колесах Джакджи 5 непосредственно, о их надежности, как они себя ведут при преодолении непреодолимых препятствий. Вот в данном случае мы наехали передним колесом на глубокую ямку. Ямка была порядка 100 мм глубиной. Пришлось заменить легкосплавное колесо на запаску железную. Сейчас мы с вами посмотрим, что же случилось у нас с легкосплавным диском. Вот наш легкосплавный диск. Я его уже разбортировал на шиномонтаже для дальнейшего ремонта. Сейчас мы проведем диагностику данного диска. Диск у нас родной. Тот, который комплектуется вместе с автомобилем. Его маркировочка. Марка диска у нас Дикостал. Это фирма китайская. В общем, как себя ведет китайский диск на наших дорогах Украины. Вот получилась такая вмятина. Вот с другого ракурса. После разборки трещин не выявлено. Диск только погнулся. Если бы диск был тоньше, он бы разлетелся на куски. Но толщина диска позволяет его отремонтировать. Поэтому, товарищи мои дорогие, китайские колеса, они будут получше всех остальных. Немецких, французских, итальянских. Вот, полюбуйтесь. Удар был довольно-таки сильный. Сама покрышка выдержала удар. Нет разрывов. После ремонта диска и после сборки посмотрим на наличие различных дефектов, вспучиваний, гулей и так далее. Покажет, как говорил мой знакомый хирург, вскрытие и сборка. Первичная диагностика диска на шиномонтаже показала, что колесо имеет восьмерку. Будем проводить дальнейший ремонт. Об этом мы с вами результат увидим в следующем ролике. Пока!